Всем привет, кто меня смотрит и кому это будет интересно. Я так сегодня удивилась и обрадовалась, сейчас расскажу и покажу. А сначала скажу, что вот это моя новая этажерка, или полка для орхидей, в три яруса. Вон еще наверху, первая, вторая, третья. А под третьей на полу стоят у меня манилиформы, маленькие которые. И среди них дендровиум ландыш. Вот сегодня у нас вышло солнце, больше недели не было солнца. И сюда солнце попадает, вот как я рассказывала, да. Температура сейчас в теплице, тут 15 градусов, а у них тут... В самом низу, там вот, я не знаю, видно вам или нет, показывает 10. То есть тут 10 градусов, и вот тут вот висит как раз вот этот шнур, который тут определяет температуру, а я смотрю там уже наверху. Тут у них зимовка, и как я говорила, я их не досвечиваю, не подсвечиваю. Они тут стоят, и потом, когда увеличивается световой день и пригревает сюда солнышко, днем тут получается тогда у них очень жарко, а ночью все равно еще холодно. У них активизируются цветочные почки, потому что некоторые цветочные почки уже показали. Ну, а потом цветут постепенно. И я их тут поливала. Как я их поливаю? Значит, я их тут поливаю очень редко. Просто побрызгала кому-то в поддон. На полу побрызгала. И все. Особо сильно не поливаю, потому что у них тут практически всегда холодно. И думаю, что ж там у меня торчит у моего ландыша? Я его недавно покупала. Сейчас я его оттуда достану. Вот он и сам мой ландыш. Это цветонос. Цвел он очень долго, цвел. Вставлю ссылку в описании под видео его цветения. И думаю, что ж там у него торчит. У него росла молодая бульбочка. Думаю, ну, будет она долго еще расти до весны, потому что тут и холодно. И света особого нет, и день короткий. Она выросла. Она меньше предыдущей. Она дала еще и новый рост. Это я сейчас только увидела. И цветонос новый. И вот еще новый рост. Класс. Я так хочу, чтобы он разросся у меня и стал... пушистым и красивым, и много-много этих ландышей, веточек было на куртинке. Вот это последняя псевдобульба, которая выросла. Вот она поближе, она совсем молодая. То есть цветет он уже с псевдобульб, которые побольше выросли, которые созрели. Ну вот, как уже видно, сейчас этот листочек более темный, зрелый, а это еще молодой еще. Доформировывается. Цветоноса я еще не обломала, не отрезала. Но я обычно жду, когда они высохнут, и так их можно взять. Ой, он еще не совсем даже хорошо укоренился. Мне его приходилось пересаживать 3 раза, потому что то ураган, то я зацепила. И он корни хорошо дает. Начинает укореняться, и катастрофа случается. Ну, надеюсь, сейчас укоренится. В общем, особо я их не поливаю сейчас тут. Так они у меня и стоят, ждут весны. А тут стоят дендры. Тут тоже угол холодный, но самый светлый. Тут от самого пола окно. И когда солнце, то они первое солнце не получают. Тем, которым нужен как раз ядреный перепад дня и ночи. Дензифлорум, амабеля, ханкоки. В общем, кто-то еще... И даже некоторые тоже манили формы. Для кого тут сильно низко стоять. Вот тоже манили форму. У этого манили формы выросла береза уже вот такая. Вот думаю, убирать ее или не убирать. Или сформировать из нее бонзай. Из семена выросла. Тут. И этот дендробиум надо будет, наверное, тоже уже омолаживать. Слишком много старых у него. Таких усохших псевдобульб приводить в порядок. Но это буду делать весной. Сейчас они спят, и трогать их особо не буду.
Период покоя. Кочка моя тоже листопадит. Ну и так вот отбрадовал. Вот так вот сильно обрадовал дендробиум ландыш. Вот такой, как колосочек, сначала растет. А потом превращается в красивую гроздь цветов. Вот такой мой ландыш. Он же у меня совсем недавно. Я его покупала то ли весной. Ну, в общем, в этом году. И вот уже второе цветение. Классно, если он так будет цвести регулярно. Ну, а на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока.